Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне STK Live 9 можно сбросить настройки DRM. Заходим в настройки, опускаемся в самый низ, нажимаем «Система», «Дополнительно», «Сброс настроек», «Сброс DRM». Еще раз «Сброс DRM» и нажимаем «Ок». Лицензии успешно удалены. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!